И мы не пришли одни к Богу, но мы пришли все вместе. Мы церковь, и мы пришли, чтобы один друг друга встретить, поздороваться, пожать руку, обняться. И это важно. Это необходимая нужда каждому быть принятым, находиться в своем месте. И иметь свою принадлежность. Аминь. И церковь — это наш дом, и это наш дом, и у нас, для нас это самая лучшая церковь. Это самая лучшая церковь. Аминь. Не знаю, почему ты бы сюда пришел, если бы это не было лучшее место. Но ты здесь. И Бог сказал, что это твоя семья, твой дом, твое место. И это так здорово, быть дома и каждый день быть с братьями и сестрами и со своим Небесным Отцом. И Дух Святой посреди нас и действует. И у Него всегда есть что-то свежее для каждого из нас, для наших ситуаций. И Бог здесь, чтобы с нами делиться и говорить к нам. И тема, о которой я хочу сегодня говорить, это про стресс. Знакомо вам такое слово «стресс», да? Мужчинам тоже знаком стресс? Или только у женщин такая проблема, а? Есть? И тема «из стресса в благословение». И для начала скажу какие-то вещи, которые я прочитала, что чисто научно, что такое стресс. У нас у всех есть представление о том, что такое стресс. Это когда тебе плохо, когда ты нервничаешь, и ты говоришь, ну, это стресс. Но на самом деле стресс — это реакция нашего тела на раздражители внешнего мира, которые появляются из определенных ситуаций и обстоятельств. Это может быть физическое или эмоциональное, или духовное обстоятельство. И это раздражитель, это знаете, как примерно, когда вам в ботинок попал камешек, и ты чувствуешь, что этот камешек давит тебе на ботинок. И пока ты его не достанешь, у тебя будет болеть. Это то, что давит, чешет, раздражает и мешает тебе. Это стресс, и это неприятно. Что же такое еще стресс? Стресс начинается с переживания, и это создает напряжение. И организм, он обычно справляется с таким напряжением, но если эпизоды напряжения повторяются снова и снова и снова, тогда формируется стресс. И если стресс продолжается и не останавливается, тогда это становится опасно. Опасно не только для твоих эмоций, но и для твоего здоровья, физического здоровья. И что же статистика говорит? Что стресс касается каждого жителя планеты, но в Латвии сделан опрос в возрасте рабочим, работоспособным, и больше, чем половина, то есть 59% людей говорят, что испытывают повышенный стресс на работе. И ты идешь на работу, и у тебя есть переживания, какие-то негативные ощущения, и это не здорово. И есть данные, что 70 или примерно процентов в Европе испытывают негативные ситуации и стресс, и давление. И что делает человек, когда в стрессе? Он начинает есть, много есть, 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 и не может успокоиться. От стресса даже часто набирают вес. Но если человек не ест, он начинает много пить кофе или курить. И бывает, люди думают, что это помогает им при стрессе, но это не так, это не решение. Да, на какой-то определенный момент это дает себе решение, но в долгосрочной перспективе это не решает проблему. И чаще всего стресс у нас ассоциируется с чем-то негативным, с плохим. Но оказывается, что у стресса может быть также позитивное влияние на нашу жизнь. Что же это значит? Бывает стрессовая ситуация, и именно в стрессовой ситуации человеку приходит какая-то умная мысль, новое дыхание, свежие какие-то откровения. И вообще такой здоровый
здоровый стресс помогает концентрироваться, собраться, и это нормально, что тебе нужно выходить на сцену или петь, у тебя какой-то уровень стресса, и это помогает тебе собраться и сконцентрироваться. Но если ты будешь сюда выходить на сцену, проповедовать, молиться, и у тебя вообще нету стресса, то это, ну, не совсем окей. Хотя, конечно, даже если ты делаешь это тысячи лет, может, и спокойнее, но в целом хорошо и нормально, что у тебя есть этот стресс. Это помогает тебе собраться, помогает сконцентрированно делать вещи. Но если стресс преувеличен, если он превышает какую-то грань, тогда тебе трудно вообще думать даже о том, что ты должен был сказать и говорить, то это уже создает определенные препятствия, и это негативный стресс. И если у нас есть эти сигналы стресса, тогда этот стресс, когда он слишком большой, он нам не помогает, а выводит нас из себя, стагнирует, мы чувствуем, что мы встали на месте, не движемся вперед, и это мешает, это деструктивный такой страх. И у хронического долгого стресса есть негативное влияние на наше здоровье, на наше физическое, ментальное здоровье. И какие же системы организма взаимодействуют с этим стрессом? Это на мозг, на нервную систему, энергия пропадает, голова болит, нервозность может также влиять на сердце, на нервную систему, на давление, хотя там лицо становится красным, прилив крови и так далее. Влияет также на систему пищеварения. У кого-то начинается диарея. Может, кто-то знает, что перед экзаменами такое бывает. Стрессовые ситуации влияют на это. Эндокринную систему влияет, на кожу влияет. И может влиять также на мускулы, на опорно-двигательную систему и также иммунная система. Я помню, было время экзаменов, я не хотела есть, я потеряла вес, какие-то пятна появились. И так и есть, когда у тебя большой стресс, это проявляется на твоем теле. И иммунная система становится слабее, и стресс нападает на иммунную систему. И поэтому, если стресс длительный, хронический, с которым мы не справляемся, то это очень большой враг для нас. И это не такой враг, который можно победить в один щелчок, в один день. Нет, это то, что можно изменить только из-за своего отношения, работы над своим мышлением и так далее. Это надо длительно решать, чтобы это изменить. Ведь это приводит к болезням и другим негативным последствиям. И у нас есть Библия, и мы сюда говорим не только про физиологию, но мы в первую очередь, конечно, люди, у которых есть тело, да, физический мир, но в то же время мы понимаем, что мы духовные люди, и у нас есть духовное решение проблем, и есть Бог, Библия, и в Библии есть решение этих проблем. И мы в Библии можем читать то, что укрепляет нас в стрессовых ситуациях. И мы сейчас обратим свое внимание на 23-й псалом. И это такой как стандарт, модель того, как бороться со своим стрессом. Но в первую очередь хочу говорить о каких-то пунктах. Вообще в мире очень много стресса. И это речь не идет только о конкретном человеке, но в целом. Райзес — это сомнение? Да. Из-за чего вообще люди сомневаются? Вообще страх переживания. А где ты будешь жить? А как ты будешь одеваться? Что ты будешь есть? А что с тобой произойдет? Это или то? А какие события произойдут? И ты переживаешь, и боишься.
И эта проблема, которая меня коснулась, она такая огромная, и ты думаешь, как же ее решить? Но если мы посмотрим в прошлое и вспомним свои проблемы, когда нам казалось, что это что-то такое огромное, и то, что мы не можем преодолеть, проходит время, и мы сейчас понимаем, что да, эта проблема, она не была такая уж ужасная. Да, ты в тот момент боялся, но ты преодолел, и сейчас все хорошо. И когда у нас есть проблемы, которые нас мучают, спустя время это будет неактуально. Все заботы, переживания, которые у нас были. Да, но то, что тебя мучает, спустя время пройдет, и ты это забудешь. Но в тот момент стресса нервная система реагирует сразу. И ты заботишься об этом. Второе. Когда ты торопишься, в мире все становится быстрее, 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 быстрее. И что делает скорость? Скорость, она создает стресс. И я помню один пример. Я и Санди. И Санди — это очень такой быстрый человек. Я была в... Она была в гостях у меня много лет назад, на кухне начала что-то готовить. И Санди начала готовить еду в ту сторону, в эту сторону начала метаться, торопиться. И я думаю, да я даже не могу подключиться. Я просто села и смотрела, и ничего не делала. Потому что эта скорость, она ввела меня просто в ступор ввела. Хотя я не такой уж медленный человек, но все-таки это скорость, это стресс, ну, это такой смешной пример, но все-таки, когда все сделано быстро, чтобы мы быстрее успели, то это тоже создает напряжение. Вообще, раньше люди везде ходили ногами, а теперь у нас и корабли, даже космические корабли, самолеты, мы все делаем быстрее, и у нас есть кофейные автоматы, у нас есть доставка еды на дом, ты вообще даже посуду можешь не мыть, просто в машину поставить и все. И если деньги есть, то все происходит очень быстро. И эта скорость, эта торопливость, это тоже то, что создает стресс в людях. Еще один момент, то, что формирует стресс. Мы должны понимать, что раньше люди жили по всему миру, в деревнях, в городах. Но мы сейчас знаем, что в деревнях в Латвии живет меньше уже людей, меньше и меньше. И концентрация, она в городе. Люди приезжают в город и в Риге. Я не знаю, сколько людей именно живет, но считается, что половина жителей Латвии живет в Риге. И мы никакой не мегаполис, но концентрация людей, она в большом городе, а не в деревне. И если 1-миллионный город был Лондон, то сейчас прошли годы, и уже 500 городов мира, где есть миллион людей. И такие мега-мега города, как Мумбай, Токио. И там живет 35-36 миллионов людей. А у нас во всей Латвии 1,2 миллиона. Вообще представь, 36 миллионов. Ты даже в другой город города приехать, в другой конец города приехать не можешь, потому что это просто огромная толпа людей. Очень много людей. И что, когда много людей? Очень много пробок. Когда люди в пробках, они что, счастливы? Ну да, наверное, женщина рада, она может там покраситься в машине, да, в пробке. Но мужчинам не нравится, когда тормозят, и это создает негативные эмоции к себе, к людям, к членам семьи. И что происходит в пробках? Топливо тратится. Еще глобальная вещь, которая влияет на стресс, это огромный выбор. Раньше, когда мы приходили в магазин, такого огромного выбора не было. Был только один вид джемперов, один вид джинсов, штанов. А сейчас ты приходишь в магазин, и там огромный выбор. Там много-много видов джемперов, которые ты можешь выбрать. И везде просто огромный выбор. И ты должен подходить и думать, что же выбирать, что же покупать. И это тоже, с одной стороны, здорово, но это создает опять-таки лишний стресс. И то, с чем многие встречаются, это потеря имущества. Это когда твои данные... Да, у нас есть вроде бы закон, который защищает твои данные, но по факту твои данные стали более доступны, чем когда-либо в прошлом.
raksta, un, un tiek izkrāps, и тебе звонят, и пишут, и no, из тебя вытаскивают cilvēku, суммы денег, kaut kur, и людей обманывают. И твой телефон, и твои данные, они уплывают куда-то, и люди не могут чувствовать себя безопасно. Потому что их личная жизнь, она не защищена. И знаете, у нас у большинства сенсорный телефон, мало у кого кнопочный телефон. Я не преувеличиваю, но у нас прослушивают. И неделю назад Беата показывала, что у нее есть затычки для ушей. Она показала, как они выглядят. И она говорит, так нужно, что есть затычки для ушей, никто не мешает спать и так далее. И я никогда в жизни не интересовалась затычками для ушей, никогда не искала в телефоне. Но я прихожу домой, открываю Инстаграм, Фейсбук, и мне приходит реклама про затычки ушей. Какая связь? И я понимаю, что это просто нас прослушивают. И это не единственный раз. Есть много ситуаций, когда мы говорим о чем-то в машине, что нужно быть реальным, жить в реальности. А потом открываю Ютуб, и тебе там приходит проповедь «Будь реален» от Марцеса Йенситеса. Так что наша приватность, она, знаете, уже совсем не приватна и очень условно, потому что на самом деле все наши данные, информация, она доступна в этом мире. И все теперь исследуемо от нас. Одна знает, что мы покупаем, как мы покупаем и так далее. И нас могут, нашу информацию могут использовать себе на благо другие люди и организации. Что еще создает глобальный стресс? Это то, что сейчас много всяких вер, много всяких моделей жизни, видов отношений между партнерами, различные системы и так далее. У нас такое общество в мире, что у всех есть свои права, свои выборы, свои системы, свои порядки, и происходит миграция, и в Европу приезжает очень много людей с другой культурой, с другим мышлением, верой. И что происходит? В европейских городах происходят очень большие проблемы. Люди не могут себя защитить, полиция не может их защитить, потому что на них буквально нападают иммигранты и так далее. И люди вообще не могут чувствовать себя безопасно. И это много где наблюдается. И это тоже создает стресс в людях. И то, что еще приносит стресс, это страх будущего. И по факту это то, что есть у многих людей. Ты никогда не знаешь, что ждет тебя завтра. И у тебя есть сомнения, а что будет, а все ли будет хорошо, а все ли получится, а буду ли я здоровым, будет ли у меня дом и здоровье и так далее. И все необходимое. И очень много вещей, которые в глобальной мере создают в людях чувство стресса. И мы идем к своим главным лекарствам. Это 23-й псалом, и он состоит из 6 стихов. И в них Бог открывает, как нам двигаться в таких ситуациях. Я прочитаю. Я думаю, многие из вас знают наизусть. И много песен написано по этому псалму. И хорошо читать место Библии и проговаривать. И когда ты проговариваешь, ты проповедуешь себе, и ты говоришь своим ушам, и это формирует веру в тебе и изменяет атмосферу в твоей жизни. И когда есть стрессовая ситуация, провозглашай Слово Божье и проповедуй самому себе. 23-й псалом. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он водит меня на пажити и водит к водам тихим. Он наполняет душу мою и укрепляет меня. И если пойду долину и смертной тени, не убоюсь зла, ибо ты со мной, и твой посох укрепляет меня. Ты накрываешь стол мой перед лицом врагов моих. Ты мажешь меня елеем, и моя чаша полна до краев. Истина, милость и благо твои ведут меня, и я вечно пребуду в доме Господа моего.
Аминь. И это то, что Слово Божие говорит нам. И там много хороших вещей, которые приготовлены нам, особенно в трудные моменты. И это тоже один из популярных псалмов. И когда мы читаем этот псалом, он дает мир, он дает стабильность, что Бог бодрствует над твоей душой, Он думает о тебе. И это модель, как ты можешь справиться со своим стрессом и своими стрессовыми ситуациями. И не все то, что ты ешь, делает тебя нездоровым, но твои мысли точно делают тебя нездоровым, неправильные. Если ты знаешь, что в твоей жизни есть неправильные мысли, тогда надо исследовать, как с этим справиться. И будет 7 привычек, как уменьшить стресс и как отдалиться от стресса и мыслить правильно. Первое. Первый пункт – это заботы. И что мы можем делать со своими заботами? Очень важно, что ты смотришь на Бога, что Он тот, кто знает и исполняет все твои нужды. И когда ты фокус отдаляешь от людей на Бога, переводишь, и понимаешь, что вся твоя жизнь не зависит только от людей, от мужа, от детей, от родителей, от коллег, лидеров, но когда ты понимаешь, что ты свои ожидания возлагаешь на Бога и понимаешь, что только Бог может восполнить твои нужды, это уменьшает твой стресс, давление, что ты ожидаешь, что люди что-то тебе сделают, что они что-то тебе должны, что они тебе помогут. Когда ты на Бога складываешь, становится легко. И всю свою надежду и свою безопасность возлагаешь на Бога, все хорошо. Но когда на людей возлагаешь, то твоя стабильность, она пошатнется и будет отнята. Твои отношения с людьми, твоя вера на Христа, никто не может это отнять у тебя. Это что-то, что настолько стабильное, что поможет тебе пройти через любые трудности. И это то, за что ты можешь схватиться. Не только в трудный момент, но и тогда, когда у тебя нормальная жизнь. Помни, что Бог — это самое сильное и стабильное, что у тебя никогда не будет отнято. И помни, что нету ни одного человека, который бы полностью мог восполнить твои нужды. И Слово Божье говорит, что Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Вообще ни в чем не буду нуждаться. И что твой пастырь печется о тебе, и ты каждый день можешь это в своей повседневности провозглашать, что Бог позаботится обо мне, что ты не давление на людей возлагаешь. Ну, конечно, это не значит, что Бог с небес золото тебе бросит, но важно, что твое сердце полагается на Бога, и Он использует обстоятельства и людей, чтобы тебя благословить и решать эти проблемы. И здесь Давид говорит, что он свою надежду возлагает не на людей, но на Бога. И он полагается на Бога, он прославляет Бога, поет Богу и знает, что все будет хорошо. Второе — это понимание, что мы должны слушать Божьим инструкциям об отдыхе. Надо слушать Божьи инструкции касаемо отдыха. И много стресса появляется тогда, когда мы не отдыхаем, когда мы как белка в колесе, бежим, 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 делаем, 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 мы не высыпаемся, мы 4-5 часов спим, для кого-то 5 часов — это даже много, но у нас 24 часа в сутки, и нормальный сон — это 7-8 часов, чтобы нормально обновиться, быть счастливым, радостным и дождаться новый день с улыбкой. И не напрасно в Библии сказано, что есть 10 заповедей, на основе которых все сформировано, законодательство и так далее. И один из самых важных заповедей, четвертое, это о том, что есть Шаббат, и Бог учредил этот день. И Бог знает, какие мы, и Он знает, что нам нужен отдых. И Шаббат, он для твоего блага, чтобы ты не заболел, не перетрудился. И когда ты отдыхаешь, знаешь, бывает, люди не отдыхают, и они говорят, я должен работать, я должен пахать, я должен все успеть, я не могу взять себе выходной. Тогда все. Это ты в один момент должен понять, что нет, друг, остановись, и нужно взять паузу и отдохнуть.
И в 23-м псалме, второй стих, Он покоит меня на пажите тихих и водит меня водам чистым. И пастись на поле, это знаете, как коровки, когда пасутся или барашки пасутся, это не значит, что они куда-то бегут, торопятся. Пасутся, это значит, что они могут прилечь, они чувствуют себя хорошо, они переваривают свою травку, наслаждаются солнышком. Также и Бог нам разрешает прилечь на травку, так сказать, отдохнуть. И три вещи, которые нужно делать в шаббат. И речь не идет только вот про конкретно шаббат, или, ну, знаете, есть люди, которые только суббота, только шаббат, только вот в этот день недели. Нет, это может быть и другой день недели, это не так существенно, но главное, что есть один день, который ты посвящаешь отдыху. И что нужно делать в этот день? Первое — это физический отдых, когда ты не бежишь, не несешься делать свои работы. И второе, когда ты свой дух через прославление фокусируешь на Бога. Это день, когда ты бежал, но вдруг в этот день ты можешь остановиться и сказать, я должен концентрироваться на Бога, я буду молиться Богу, я буду прославлять Бога. И может, у тебя куча дел всяких накопилось и так далее, и хвостов всяких. Но ты можешь остановиться и сказать, хватит, я буду концентрироваться на Бога и буду поклоняться Ему. И тогда этот стресс отходит в сторону. И мы позитивные свои эмоции наполняем. И важно, что мы делаем какие-то классные вещи, которые не связаны с работой. Это хобби, это спорт, это что-то, что дает нам позитивные эмоции. Это все нужно каждому человеку, потому что ты создан как человек, у которого есть дух, душа и тело, и ты должен заботиться о трех составляющих себя. Потому что Бог сказал, что нужен один день отдыха, значит, ты это реально делаешь. Идем дальше, третье. Интересный пункт. Наполни свою душу красотой. Красота мотивирует нас, она влияет на нас, а это формирует позитивные эмоции в нас. И если Бог, если бы Богу не было важно, чтобы мы жили в красивой среде, то Он мог бы создать землю как месяц, как луну, где нет ничего красивого, где есть просто пустырь и ямы. Но Бог создал мир, где много всяких растений, животных, цветов, и все так красиво и разнообразно. И даже мы не можем перечислить все разнообразия, что есть в мире и природе. Но примерно неделю назад был один такой реально солнечный день. И я смотрю на Фейсбуке, и люди кучу фоток выставили. Какое солнышко, какой красивый закат. Почему? Почему именно в этот день много людей выставило фотографии? Потому что у тебя есть радость. Это дает тебе хорошее настроение, особенно солнце. Это дает тебе позитивные эмоции, и это не какая-то мелочь. И эта природа, она очень важна. И эта красота, которую создают люди, это тоже что-то, что очень важно, что дает нам радость и вдохновляет. В свою очередь, негативные вещи создают стресс. Когда ты видишь грязные дороги, ямы всякие, и мы прекрасно знаем, что это очень раздражает, когда на улице грязь и всякая разруха, это все создает стресс, потому что ямы — это ужасно. И дело не только в ужасных ямах, но вообще во всяких некрасивых вещах, мусорники и так далее. И в этом нет ничего красивого. И людям не нравится туда идти, мне нравится там путешествовать. Люди обычно путешествуют там, где хорошо и красиво, правильно? Зачем ездить в всякие некрасивые места? Так вот, как только мы представляем отдых, мы сразу думаем про море, про озеро. И в тот момент тебя наполняет приятное чувство. И я помню, когда-то я в школе работала, и у нас был отдых летом, как правило. И не всегда, когда работала, было приятное чувство, но когда было негативное чувство, я всегда себя успокаивала, что будет лето, и я не буду думать ни об одном ребенке, ни об одном учителе, ни об одних родителях. Я буду сидеть, лежать у моря, и мне будет хорошо.
И когда ты думаешь о каких-то классных вещах, у тебя наполняют позитивные эмоции, которые необходимы также твоей душе. И несколько советов. Выходи на улицу каждый день. Выходи хоть во двор. Посмотри на растения, на деревья. И это поможет тебе переключиться. Drillējies tur pa savu istabu, jā. Izej laukā un tas arī tavu stresa līmeni mazinās. Это уменьшит твой уровень стресса. И начни день не с телевизора, не с телефона, не с новостей. Человек тебе кричат куча всяких новостей, что произошло в Америке и так далее. Ты начни день с того, что ты берешь Слово Божье, ты включаешь прославление, ты молишься Господу. Это не только просто галочки ради, но это реально нужно тебе как человеку. Это поможет тебе стабилизироваться, и это дает тебе покой, мир, радость. И ты, сев в трамвай, можешь улыбнуться человеку, а не быть недовольным. Это очень-очень важно. И ты свое утро начинаешь с Божьего присутствия, так что ты переживаешь его присутствие. Это очень-очень важно и уменьшает твой уровень стресса. Когда я работала в школе, работа начиналась там уже с 7 утра. И чтобы провести время с Богом, я вставала в 4 утра. Я это могла сделать примерно 3 дня, а на 4-й день ты уже не можешь, потому что не хватало сна. Но все же, если ты проводил время с Богом, я проводила, тогда было хорошее состояние, и я могла улыбаться. Ведь когда мы в контакте с людьми, это создает определенный стресс. Маленькие люди, большие люди, разные люди, и всем что-то тебе надо, и все что-то тебя просят, и это просит много энергии. Но когда ты провел время с Богом, ты можешь намного легче переносить людей и быть позитивным. И какой же еще совет? Наполни себя и окружи красивыми вещами. Сделай так, чтобы у тебя дома все было красиво. Выброси всякие ненужные вещи грязные. Когда ты думаешь, в хозяйстве пригодится. И у нас шкафы, вещи, полны всяких ненужных вещей, барахла. Когда ты думаешь, это когда-нибудь мне пригодится. Но просто возьми и выкини, и очисти свое окружение, и поставь туда красивые вещи, которые влияют на тебя позитивно и дают тебе радость. И еще совет. Начни рисовать, начни играть на музыкальном инструменте, потому что это тоже, что твой стресс уменьшит. И у тебя какой-то стрессовый дом, стрессовое какое-то время, а ты возьми гитару, начни играть. И поешь, это лучше даже, чем просто прославление включить. И чтобы прославлять Бога, надо знать только 2-3 аккорда. Именно так я и начала. Я хотела прославлять Бога, и казалось, может, это странно, что я пою Богу сама, дома одна. Но я видела, что мальчики вокруг меня учили играть на гитаре, и я хотела сама научиться, нарисовала тебе вот эти аккорды на бумажке, научилась играть, и все эти песни, которые я знала, я их играла и пела. И эта гитара мне пригодилась, и так я стала прославлять Бога. И в церкви тут тебе не нужно думать, если я идеально буду рисовать, играть гитару, и перфектно буду что-то делать, тогда я могу этим заниматься. Нет, ты храм Божий, ты о себе должен заботиться, об этой красоте вокруг себя, и ты можешь заниматься этим, чтобы это давало тебе позитивные эмоции, позитивные чувства. Если это тебе может помочь, то почему бы это не делать? Интересно, что много песен написано именно о Боге. И у нас были Бахи, Гендели и так далее. И была музыка в Средневековье и в другие века.
И все это было думано, чтобы прославлять Бога. Также и песни про Иисуса пишут. И сейчас много песен и книг именно Богу во славу. Как познакомиться с Иисусом, также картины. Мы знаем картину Леонардо да Винчи, это «Последняя вечеря», где Иисус сидит с своими учениками. Есть много картин про ангелов и на библейские темы. Это все нас вдохновляет. И искусство, оно тоже было создано Богу во славу. Конечно, в последнее время все меняется, и у нас люди на всякие другие темы создают искусство, но вообще искусство, оно для прославления Бога. И когда ты просыпаешься, не настраивай себя на стресс. Потому что в мире из-за греха очень много последствий, и мы не должны с утра наполнять себя этим негативом и грехом, и чем-то плохим. Именно от тебя зависит, с чего начинается утро. Далее, обращайся к Богу для водительства. Иногда ты живешь и думаешь, а как же мне действовать, идти туда или сюда? Но в Библии написано, что если у кого не достает мудрости, тот допросит у Бога. Потом читай, изучай Библию, молись, и тебе придет решение и придет ответ. И здесь в 23-м псалме написано, что Бог, Он наполняет душу мою и водит меня к водам чистым. Бог ведет себя по дорогам праведности, Он дает тебе решение и правильную дорогу указывает. И ты провозглашай: Бог, я верю, что ты ведешь меня, и в правильное время, в правильное место ты меня поведешь по правильной дороге. И ты доверяешь Богу. Далее, пятое. Я доверяю Богу и тогда, когда я иду через темные долины. Я доверяю Богу, когда я иду через долины. И в 4 стихе написано: «Если и пойду долинную смертной тени, не убоюсь зла, ибо ты со мной, и твой жезл укрепляет меня». И источник стресса — это потеря. И мы, как люди, мы все можем потерять, к сожалению, в жизни и здоровье, и финансы, и так далее. И когда мы переживаем какую-то потерю, это несет нам негативные эмоции. У нас есть страх, и у нас есть переживания. И из этих двух эмоций самое плохое — это страх. Они парализуют тебя, они дезорганизуют тебя, они загоняют тебя в угол. В свою очередь, страх — это то, что стагнирует тебя. И в Библии более 300 раз написано: «Не бойся, не бойся, не бойся». И Бог знает, что у нас есть эта тенденция бояться. А что же будет? А что же будет? И мы боимся, и мы стрессуем. Но Библия именно говорит: «Не бойся». Страх парализует нас. И ты бери этот псалом, бери эти стихи Библии и провозглашай: «Я не боюсь зла, ибо жезл Божий укрепит меня и даст радость». Если ты идешь через долину смертной тени, это значит, что это, знаете, как тень, которая падает. И эта тень, она обычно больше предмета самого. И вот я и моя тень, она больше меня, но тень, она больше меня. И это значит, что наши эмоции, наши чувства, они и потери, и наши ощущения касаемо проблемы, они кажутся нам больше, чем сама истинная проблема, чем сама проблема. И дьявол хочет нас пугать через эти тени. И тени обычно пугают человека. Но важно понимать, что что тени падают только тогда, когда есть свет. Ведь если света нету, тогда и тени нету. И поэтому мы должны помнить, что ты поворачиваешься на свет.
И что такое свет? Свет – это Бог, это Иисус. И когда приходят всякие боязливые мысли, сомнения, ты поворачиваешь спину к ужасу и смотришь на свет и чувствуешь. И если ты смотришь на Бога, на свет, который идет от Него, Он тебе открывает дорогу и дает тебе решение для всего. Ты разговариваешь с Богом, что и даже в той ситуации, в которой ты находишься, ты доверяешь Ему. И ты знаешь, что Он знает, что тебе нужно. И мы не должны знать абсолютно все ответы во всех ситуациях. Нет, ты должен знать, что Бог знает все ответы, и Он знает все решения, и Он знает, куда тебя вести и что с тобой делать. И Он откроет и приготовит путь. И если ты находишься в долине смертной тени, ты просто доверяешь своему Богу. Шестой пункт. Бог мой защитник. Он тот, кто защищает меня. В пятом стихе написано: «Ты накрываешь стол пред моими врагами, и моя чаша наполнена до краев». И когда тебе нападают, когда тебя критикуют, когда тебя обвиняют, что мы обычно делаем? Мы хотим напасть, мы хотим сразу защищаться. Но это тебя сбрасывает, мешает тебе, опускает тебя на нижний уровень. И была такая шутка в интернете: если на тебя нападает идиот, и ты начинаешь отвечать ему, то становится на два идиота больше. Поэтому я не говорю о том, что есть конструктивная критика, и тебе говорят критику, да, и теперь твой лидер идиот. Нет, но... Возможно, ты стал христианином, ты стал идти в церковь, и семья начала нападать на тебя, что ты сектант, что семье стыдно вообще за тебя и так далее, то ты должен противостоять этому, и ты будешь помнить, что ты будешь с Богом, что ты будешь в своей церкви, ты будешь расти в вере. И не надо бороться с ними, доказывать свою правоту и так далее. Когда раньше говорили про мою церковь, моей семье, мне сразу хотелось отвечать, мне сразу хотелось конфликтовать. Но я понимала, надо успокоиться, просто успокоиться. И это нехорошая реклама своей церкви, когда ты начинаешь сразу нападать, сразу реагировать, сразу брать в руки Библию и отвечать, и демонов всяких изгонять из людей. То есть не нужна такая острая, резкая реакция, сразу защита. Нет, нужно быть адекватным, сдерживать себя, надо уметь промолчать. И он, человек даже удивится, почему ты со мной не споришь, почему ты не нападаешь на меня в ответ. Ведь даже часто на Иисуса нападали, но он не реагировал. Ему говорили, что он пьяница, что он с дураками общается и так далее, что он деньги собирает, и никуда не годится вообще. И он... так далее. Иисус, он не осуждал этих людей. У него была своя миссия, своя задача, которую он выполнял, и он не реагировал на обвинения людей. Еще один хороший пример — это что Давид, он автор псалмов. И Саул очень ненавидел Давида, и Давид был на месте Саула. И Саул гнал Давида, говорил плохо, пытался его убить. Но что Давид делал? Он вообще ни одного плохого слова не говорил о Сауле. Но и он не использовал ни одну ситуацию, чтобы отомстить Саулу. И его мысль была такая, что Бог защитник, и Бог вступится, и Бог поможет. И когда на тебя нападают грубые, злые люди, это не очень умно с ними ругаться, пытаться что-то им ответить и так далее. Это требует смирения, потому что часто нам просто сразу хочется расставить все по местам, доказать свою правоту, противостоять.
Но надо учиться. Ничего просто иногда не отвечать своим критикам, проявить мудрость. И таким образом ты будешь еще более благословенным. И седьмой пункт – это страх будущего. Что же с этим делать? Если ты человек, который про будущее говорит, а что если, а что вдруг, если я потеряю работу, что если я потеряю здоровье, что если произойдет это и то, и я потеряю кого-то из семьи, то это тоже то, что вгоняет нас в очень большой стресс, страх о будущем. Но помни, что Божье Слово говорит, что начатое дело Бог доведет до конца. То, что Бог начал тебе, Он доведет до конца. И Он это не остановит. И в шестом стихе написано, что милость и благословение пребудут в вечность, во всю мою жизнь, и я пребуду вечно в Доме Божьем. И ты должен ожидать, не то, что тебя уволят, и так далее. Но милость и благодать, они всю жизнь будут с тобой, и ты будешь в Доме Божьем. Это не значит, что у тебя никогда не будет проблем завтра, послезавтра, но ты остаешься в церкви со своим Богом, со своей верой, и ты пройдешь через все эти трудности как победитель. Аминь. И Иисус говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Он говорит, возьмите на меня, я возьму на себя ваши тяжести. И бремя — это то, что, знаете, у людей на шее висит. Это когда вот животное, оно ведет какое-то ярмо, несет тяжелое на себе. И Иисус говорит, что Иисус придет и возьмет на себя это. Это, конечно, не значит, что ты набросишь на него свои проблемы, но Иисус говорит, что пошли, мы пойдем вместе, и когда, знаете, есть ярмо, и если два животных, быка, допустим, несут это ярмо, то становится намного легче. И также, если Иисус идет к тебе, и вы вместе можете нести это ярмо, то становится легче. Иисус вместе с тобой несет вещи, которые тебя пугают, от которых тебе тяжело, и ты не один в этом вопросе. Он хочет разделить твой стресс, твое бремя, и делать это вместе с тобой. Но это не может произойти, если ты не приходишь к нему и не доверяешь ему, и вы не берете одно ярмо. Надо в одном направлении быть соединенным с Богом, и ты идешь вместе со Христом в своем пути. И если одно животное бежит 5 км в час, а второе рядом 10 км в час, и кто-то бежит, допустим, 20 км в час, такое не работает. Если они несут одно ярмо, то они с одной скоростью идут. И Бог знает твои особенности, твое устройство, твою личность, и Бог идет с тобой с такой скоростью, с которой ты можешь. Он внимательный, Он любящий, Он знает тебя во всех мелочах. И бремя с Иисусом Христом — это ярмо. Мы понесем одной скоростью, и Бог будет с тобой в твоем темпе. И мы должны быть со Христом и делать все вещи вместе с Ним. И это поможет преодолеть стресс, стрессовые периоды. И мы должны повернуться спиной к тьме и идти вместе со Христом. И это принесет радость и мир, и решение проблем. И мы должны обратить свое внимание и отдалить от стресса, вот где у нас сторона стресса, и мы должны повернуться на Бога и смотреть на Бога. Да, стресс он есть, трудности есть, но мы не концентрируемся все время на нем, потому что мы повернулись к нему спиной и смотрим на Бога. И команда прославления может подниматься на сцену. Еще чему мы учимся? Что начни день с прославления. Слово Божье говорит, что надо всегда радоваться. Да, и не так, что всегда все будет круто, и радоваться всегда будет очень легко. Нет. Но можно радоваться и даже тогда, когда есть трудности, есть вещи, которые на нас давят. Библия говорит, радуйтесь. Почему? Потому что мы должны отвернуть свой взгляд от своей безумной проблемы и смотреть на Бога и радоваться. И это поможет тебе победить и преодолеть. И когда ты доверяешь Богу, ты не пытаешься постоянно контролировать эту ситуацию, но ты поворачиваешься к проблеме спиной и не проверяешь постоянно, так, есть проблема или нет, есть трудность или нет. Но ты просто расслабляешься.
расслабляешься, смотришь на Бога и доверяешь Ему. Так что доверяй Богу и отдай ситуацию Богу. И измени свои мысли. Это значит, что наполни себя правильными мыслями, думай о Слове Божьем, провозглашай Слово Божье. Особенно то, что касается твоей жизни, именно через специфически твою ситуацию. Это важно учиться и провозглашать, и цитировать, и проповедовать самому себе, и наполнять свое сердце благословениями, благодарностью. Об этом и Лаура говорила, что ты можешь видеть, что ты можешь слышать, что ты можешь чувствовать, и это тебе дано. И ты благодаришь за то, что у тебя есть. Это тоже твой уровень стресса уменьшит. И смотри также, что ты говоришь. «О, я устал до смерти. Я ужасно устал». И я часто думаю о таких вещах, о фразах. И когда я очень устала, я не говорю «я ужасно устала». Потому что этими словами ты говоришь себе, проповедуешь себе, и этот стресс еще увеличивается. Поэтому вместо того, чтобы говорить «я обременен кучей забот», нет, я говорю «я силен силой Божьей». У нас даже есть песня такая, что «Я все могу в укрепляющем Иисусе Христе». И стресс, он создает ложь в нашей голове, но противоположно этому, это истинный Божий, и истина Божия — это наш меч и наш щит. И в завершении мы должны распознавать, что у нас есть стресс, какой стресс, что-то, что на тебя давит, и заменяй это истиной и Словом Божьим. И бери этот Псалом 23 хотя бы, и отдай все свои заботы Богу, который заботится о тебе, который любит тебя и который тебя знает. И тогда ты сможешь пережить Божий мир. И в Библии написано, что мир Божий, который превыше всякому ума соблюдет сердца наши во Христе Иисусе. И мы должны приходить к Нему, смотреть на Него и получать от Него мир.